Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Предлагаю вам читать сказку «Лиса и тетерев». Бежала лисица по лесу. Увидала на дереве тетерева. И говорит ему: «Терентий, Терентий, я в городе была». «Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, была так была». «Терентий, Терентий, я указ добыла». «Бу-бу-бу, бу-бу-бу, добыла так добыла». «Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а все бы гулять по зеленым лугам». «Бу-бу-бу-бу-бу-бу, гулять так гулять». «Терентий, кто там едет?» – спрашивает лисица, услышав конский топот и собачий лай. «Мужик». «Кто за ним бежит?» «Жеребенок». «А как у него хвост?» «Крючком». «Ну так прощай, Терентий, мне дома не досуг». Ребята, в другой сказке концовочка немножко другая. Когда лиса спрашивает, а как у него хвост, и отвечает ему тетерев крючком, то лиса вот тоже говорит, что мне пора домой, а глухарь ей отвечает, или тетерев: «А как же, ты же сказала, что указ вышел». «Ну, а говорит тетерев, или лиса говорит, так, говорит, может, вы они этого указа не читали». Итак, все-таки смотрите, каким умным оказался тетерев. С вами была Надежда Николаевна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего!